На моих глазах как-то две девушки пытались затаскивать кавказца в машину. Они такие худенькие, а он здоровый. Они мне сказали: помоги, пожалуйста, надо собаку отвезти к ветеринару. Блондинка на приеме у врача: а доктор, помогите, пожалуйста, у меня такое явление. Хочу ходить по магазинам, ресторанам и покупать все, что мне хочется. Доктор говорит: ну это у вас пройдет, это просто у вас зарплата пока кончится. Реально начать день с улыбки и это проснуться в одну минуту первого ночи от будильника, широко улыбнуться и спать дальше. Кто-то написал на асфальте возле многоэтажки: позвони мне, пожалуйста, когда твой уйдет на работу. Тогда многие остались мужики дома. Были отремонтированы утюги, прибиты полочки и сделаны с детьми уроки. Российский футболист пригласил к себе домой журналистов. Вот смотрите, холодильник, микроволновка, электрогриль, телек, стиральная машина, музыкальный центр. А вы говорите, что мне техники не хватает. Интересно, вот когда повар жарит мясо, смотришь на это, и у тебя полный рот слюней. А у вегетарианцев тоже так же, когда кто-то рядом газон косит. Женщина работала в хозяйственном магазине. Однажды ему позвонил отец и сказал, чтобы привез ключ на 13. Но она выписала по внутреннему счету, положила в сумочку и об этом благополучно забыла. Однажды она ехала в такси, и таксист несколько раз выходил, подтягивал болт. И потом шутку у нее спросил: девушка, а у вас есть ключ на 13? Она вытащила ключ на 13 и ему отдала. После этого таксист ехал молча и смотрел только на дворники. Подписываемся.